Туве птицефабрика «Енисейская» начала выпуск продукции. На птицефабрике в Кызылском районе состоялся пробный забой кур-бройлеров. В ближайшие дни предприятие планирует выпускать около 4-6 тонн продукции ежедневно. Об этом сообщили в руководстве агрохолдинга «Заря», в состав которой в конце весны этого года вошла бывшая птицефабрика «Енисейская». Государственно-частное партнерство инициировал глава Тувы Шалбан Караол, основываясь на успешном опыте взаимодействия с агрохолдингом при создании мясокомбината в Кызылском районе. Сейчас на птицефабрике содержится около 75 тысяч голов бройлерных кур. Кроме того, агрохолдинг достиг договоренности с детскими дошкольными учреждениями столицы и бюджетными организациями по поставке мяса кур, в том числе бройлеров. Интерес проявляют и компании из других регионов, которые сотрудничают с мясокомбинатом агрохолдинга «Заря». Так, представители Якутии планируют закупить пробную партию продукции птицефабрики в количестве 5 тонн. Планируется также поставка в Новосибирск и налаживание сотрудничества с монгольскими аймаками. Сейчас на птицефабрике трудоустроено почти 100 человек, только в убойном цехе заняты 30 работников.